Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу Freebox, где абсолютно предложение на просмотре сайтов, зарабатываем денежки, друзья. Я его сегодня проверила на вывод. У меня было на балансе немного копеек. Минимальный вывод отсюда 3 цента от 3 центов. И бокс платит. Вот здесь я вывод в ручном режиме. У меня сначала петинги были монетки. А теперь вот выплачено 23 цента. Если история вывода, кликаем. Комплект 16-20 год. Pair. Все. Вот зелененьким горит. Переходим на Pair кошелек. Дата, число, друзья, 16 ноября. Перевод выполнен. 0.23 USD. И вывод Freebox сайт. Все замечательно. Я буду продолжать, конечно же, работать. Значит, что еще я вам хотела сказать. По выводу. Сейчас. Вот этот membership. Значит, опускаемся ниже, вот на стандарте. Так, что у нас здесь? Вывод. Сколько длится вывод? От 10 часов тире 24 часа. Но, как правило, если бокс адекватный, да и вообще любой бокс адекватный, нормальный, как правило, денежки приходят они быстрее. Им незачем там хранить, как вот есть боксы, да, в течение 7 дней идет там вывод. Нечего, ну вот им незачем как бы так долго ждать. Как правило, вывод приходит быстро. Обрабатывается в ручном режиме. Я сегодня утром вставила. И вот только что я зашла на букс, думаю, проверю. Денежка пришла. И вот минималочка 3 цента, как мы видим. Далее по кэшлинкам. По серфингу. Значит, смотрите, опускаюсь ниже. Вот этот нижний серфинг. Как просматривать вот этот серфинг? Друзья, это шортлинк. Короткие ссылки. Я вот немножечко просмотрела и нафиг. Я вот здесь вот эти свои просмотрела, как бы. Их тут немного. Вот. И здесь вот типа кликаем, нас перебрасывает на страничку и видеоинструкция, как просматривать вот эти короткие ссылки. Вот. Ну, в принципе, что? Все. Все замечательно. Наверное, надо будет на форуме как бы опубликовать вывод. Но это я уже позже сделаю. Вполне возможно, что при следующем выводе они скажут, что опубликуйте вывод как бы на форуме, чтобы был доказательство, они требовать могут. А иначе фиг закажешь. Всем удачи, больших заработков. Все замечательно. До новых встреч.